Губернатор поддержал проект постановления правительства о распределении субсидий федерального и регионального бюджетов. Документ предусматривает выделение 428 миллионов рублей округу Иваново на строительство школы на 700 мест в Сухово-Дерябихском микрорайоне. Также запланировано распределение субсидий бюджетов на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет. Общий размер на 2 ближайших года – 525 миллионов. А именно, Ивановскому муниципальному району субсидии в сумме 101 миллион рублей на строительство дошкольного учреждения в деревне, на 120 мест в деревне Беляницы, городскому округу Кохма субсидии в сумме 195 миллионов рублей на строительство дошкольного учреждения на 240 мест в районе улицы Владимирской, городскому округу Кохма, городскому округу Иваново субсидия в сумме 109 миллионов на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу Иваново, улица 1 Комвольная. 44 миллиона рублей потратят на пристройку к 152-му детскому саду в Пустошборе. Еще 74 миллиона выделят на пристройку на 90 мест к садику номер 75 на улице Павленко.